Прихожане и священнослужители храмов Апатитов и Кировска приняли участие в проектной сессии «Православная инициатива». Ее провели представители Всероссийского фонда, деятельность которого благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фонд давно занимается продвижением социальных идей и проектов по духовно-нравственному воспитанию. Последние два делают особый акцент на развитие северных территорий и арктических зон. Начинали мы с школы, это у нас такой актив, у нас организация выиграла уже 13 проектов. Проекты бывают очень небольшие, как раз вот конкурс малых грантов на это направлен. Например, создание мультстудии. Очень, когда вся семья приходит, собирается, бабушки рисуют там северное сияние, детки вырезают, потом все вместе они создают этот мультфильм благодаря технике, которую они приобрели в гранте. И она служит уже на протяжении нескольких лет. Направления конкурса – образование, культура, экология, сохранение семейных ценностей, а также социальное и информационное служение. В Кандалакше, например, уже удалось реализовать некоторые из них. Например, создать православную пекарню, где тесто замешивают с молитвой, а к хлебу прилагают записочку с благими пожеланиями. Координаторы православной инициативы говорят, любая идея может стать проектом. Вот как и здесь, граммофон нужен для того, чтобы получить музыку, да? И проект нужен для того, чтобы продвинуть какую-то миссию, чтобы улучшить жизнь каких-то благополучателей, будь то дети, будь то какая-то категория взрослых. У каждого из участников встречи уже есть свои задумки. Апатичанка Людмила Ильницкая, к примеру, считает важным усилить в городе православную работу со школьниками и студентами. Чтобы они хотя бы имели основы наших традиционных именно ценностей, потому что православие – это наше все. Это наши истоки и наше будущее. И это та идея, которая может объединить всех нас. Это идея страны. Представителей проекта «Православная инициатива» в наш город пригласил глава Апатитского благочиненнического округа Иерий Иоанн. Настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской уже давно активно проводит работу с молодежью, организует фестивали, беседы на православные темы и другие встречи. Как раз на днях в храме отметили День православной молодежи. Здесь состоялась божественная литургия с участием воспитанников воскресной школы и кадетов, после которой Иерей Иоанн поздравил ребят с праздником. Также он вручил цветы руководителю социального отдела по работе с молодежью Анастасии Пикушевой, у которой в этот день двойной праздник. И я вот в этот такой особый праздник хотел бы в вашем лице поздравить вас с вашим днем рождения, с днем православной молодежи. Дай Бог укрепления, дай Бог сил, чтобы вот все получалось, все задуманные цели достигались. Много и благодарю. Мы с молодежью постоянно стараемся общаться, проводить мероприятия, направленные на их просвещение и понимание того, что происходит в храме, что такое вера. Потому что в настоящее время это несколько отошло и не так распространено. В семьях об этом говорят мало, поэтому мы стараемся эту работу проводить своими силами. В настоящее время у нас запланированы мероприятия с работой со школами нашего города, с образовательными учреждениями. И я думаю, что это будет очень интересно и полезно. Анастасия и другие участники проектной сессии «Православная инициатива» пока не раскрывают своих идей. Главное для них – сосредоточиться на задуманном и сформулировать цели. На это у них целый месяц. Заявки на конкурс грантов необходимо подать до 20 марта.